Ребята, всем привет и доброго времени. На нашем Форде Транзите не работает переключатель печки. Вот такой вот он переключатель. Мы его брали новый, но он перестал работать, когда подсоединяешь его в штатную проводку. Хотя напрямую все скоростя работают. Вот я как бы взял тоже фордовский, сиеровский движок от печки и этот переключатель. И решил его проверить на то, как он работает, исправно или неисправно. Вот выключенное положение, это штатной проводки плюс идет. И я проверяю, перед тем как его разбирать, проверяю. Сейчас выключенное положение. Теперь первая скорость. Заработало, значит все работает. Вторая скорость. Тоже работает. Причем работают сразу два положения. И первая скорость работает. И вторая скорость работает. Третья не работает. Теперь третья скорость. Первая работать перестала. Вторая работает. И третья тоже работает. Ну вот. Исправный переключатель скоростей Ford Transit 95 год. Вот видите, вот так вот легко, просто можно его проверить. А теперь немножечко об этом разъеме. Вот это вот плюс в штатной сети, ну в нашей штатной сети идет плюс. А это три скорости, причем они включаются сначала только на одном плюс, потом вторая скорость на первой, на второй плюс, третья скорость на третий и на второй плюс. Здесь плюса нету. Вот так вот оно включается, вот так вот оно работает на транзитовском регуляторе скоростей печки. Вот, получилось такое интересное, коротенькое видео о том, как его можно проверить. Вот, можно, конечно, его еще проверять мультиметром. Вот он, приборчик, мультиметр. На короткое замыкание я его ставлю. Ну и вот он у нас, наш плюс. У меня крабики остались в гараже. Ими удобнее защелкнул. Сейчас он у нас, по-моему, на третьей скорости. Или вообще выключен. А, вот она первая. Второй и третий без питания. Первое питание, второе питание, третье без питания. И третья скорость. Теперь первый без питания, второй с питанием и третий тоже с питанием. Вот так вот его можно проверить мультиметром. Можно вот мультиметром, можно вот так вот печкой. То есть разные способы я вам только что показал. Оба способа рабочие, оба способа вам покажут, что все у вас работает. Все у вас работает исправно. Ну а на этом всем добра, всем пока и удачи!